праведность Божья. Ищите же прежде Царства Божьего и правды, праведности Его, и это все приложится к вам». Библия короля Иакова, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Праведность Божья, — говорит Иисус, — это единственное, что должно быть найдено в этой жизни. По сравнению с ней, еда и одежда — это вещи второстепенного порядка. Бог готов обеспечить ими, как само собой разумеющимся, только чтобы мы не тратили свое время и силы впустую в постоянном беспокойстве и переживании о них. Единственной же целью в жизни должно стать достижение Божьего Царства и обладание Его праведностью. В первом послании к Коринфянам 1:30 нам сказано, что Христос сделался для нас праведностью, равно как и мудростью от Бога. Сказано также, что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Колоссянам 2 глава 9 стих. Следовательно, праведность, которой сделался для нас Христос, также является праведностью от Бога. Давайте теперь посмотрим, что из себя представляет эта праведность. В Псалме 118-172 стихе его автор так обращается к Господу. «Язык мой возгласит Слово Твое, ибо все заповеди Твои есть праведность». Библия короля Иакова. Заповеди являются праведностью не просто в абстрактном смысле этого слова, но в том смысле, что они являются праведностью Божьей. Доказательством тому являются следующие слова из Писания. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А спасение мое пребудет вечным, и праведность моя не отменится. Послушайте меня, знающий праведность, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь». Библия короля Иакова, Исаия, 51 глава, 6-7 стихи. Что мы узнаем из этого отрывка? Только то, что знающие праведность Божью – это те, в чьем сердце закон Его. Следовательно, закон Божий – это и есть праведность Божья. Это может быть доказано еще и следующим путем. Написано: «Всякая неправедность есть грех». 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих, Библия короля Иакова. И еще: «Всякий, делающий грех, нарушает закон, ибо грех – это нарушение закона». 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих, Библия короля Иакова. Обратите внимание, в одном случае грех – это нарушение закона, а в другом – это неправедность. Следовательно, если неправедность является нарушением закона, то праведность – это его исполнение. Попробуем изложить то же самое в математической форме. Неправедность равно грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. Нарушение закона равно грех. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Согласно аксиоме, если два предмета равны одному и тому же, следовательно, они равны и друг другу. Исходя из этого, мы имеем: неправедность равно нарушение закона. Это есть отрицательное равенство. Положительное же равенство выглядит так: праведность равно исполнение закона. Однако, что же из себя представляет тот закон, исполнение которого – есть праведность, а нарушение которого – грех? Апостол Павел говорит нам, что это тот закон, в котором сказано «не пожелай», ибо я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Римлянам 7 глава 7 стих. Следовательно, закон, о котором идет речь, это закон 10 заповедей. Именно этот закон является эталоном Божьей праведности.
И поскольку этот закон является Божьим, и он же есть праведность, следовательно, праведность может быть только Божья. Никакой другой праведности нет и быть не может. Так как закон является праведностью Божьей, копией его характера, то легко понять, почему бояться Бога и соблюдать его заповеди – это необходимая обязанность каждого человека. Екклесиаста, 12 глава, 13 стих. И пусть никто не подумает даже, что эта обязанность может быть как-то ограничена вследствие ограничения 10 заповедей, ибо эти заповеди безмерно обширны. Псалом 118, 96. Написано: «Закон духовен» Римлянам 7:14. Это значит, что он содержит в себе гораздо больше, чем это может понять обычный читатель. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Безмерная обширность закона Божьего может быть осознана лишь теми, кто молитвенно размышлял над ним. Несколько текстов из Писания будет достаточно, чтобы показать нам эту обширность. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, напрасно гневающийся на брата своего, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 и 22 стихи. Или еще: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Стихи 27 и 28. Это вовсе не значит, что заповеди «не убивай» и «не прелюбодействуй» в какой-то степени являются несовершенными, или что Бог ныне требует от христиан более высокой степени нравственности, нежели Он некогда требовал от своего народа, называемого евреями. Никак. От всех людей во все века Бог требует одного и того же. Все, что Иисус сделал, это просто объяснил эти заповеди и показал их духовность. Фарисеи, прячась за спинами, постоянно обвиняли его в том, что он якобы подрывал доверие к моральному закону и пренебрегал им. Отвечая на это, Иисус сказал, что цель его пришествия состояла не в том, чтобы отменить закон, но в том, чтобы его утвердить и исполнить. А затем он просто объяснил истинное значение закона, причем так, чтобы стало ясно, что это именно книжники и фарисеи были виновны в его нарушении и пренебрежении им. Иисус показал, что даже взгляд или мысль могут быть нарушением закона, и что он в действительности судит помышления и намерения сердечные. В этом Христос не открыл новой истины. Он только пролил свет на то старое, что уже было. Закон содержал в себе ровно столько же, как тогда, когда Иисус провозгласил его на горе Синай, так и тогда, когда он же объяснял его на горе в Иудее. Тогда, когда громоподобным голосом, от которого поколебалась земля, он сказал: «Не убивай». Он уже тогда подразумевал: «Вы не должны таить и вынашивать гнев в своем сердце. Вы не должны предаваться зависти, ссорам и ничему такому, что даже в отдаленной степени было бы родственным убийству». Все это и гораздо больше уже тогда содержалось в словах «Не убивай». То же самое учение можно встретить и в других писаниях Ветхого Завета. Так, например, еще Соломон показывал, что закон имеет отношение не только к тем делам, которые видимы, но и к тем, которые невидимы. Выслушаем сущность всего: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай.
потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стихи. Основная идея этого отрывка понятна. На суд будет приведено все тайное. Мерилом, по которому будет оцениваться всякое дело, хорошо ли оно или худо, будет закон Божий. Следовательно, закон Божий запрещает худое как в делах, так и в мыслях. Поэтому сущность всего заключается в том, что заповеди Божьи являются необходимой обязанностью каждого человека. Возьмем, к примеру, первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Апостол говорит нам о некоторых людях, чьим богом является чрево. Смотрите Филиппийцам 3 глава 19 стих. Обжорство же и неумеренность являются самоубийством. Таким образом, мы обнаруживаем, что нарушение первой заповеди ведет к нарушению шестой. Но и это еще не все. Апостол сообщает нам также, что любостяжание есть идолослужение. Колоссянам 3 глава 5 стих. Следовательно, десятая заповедь не может быть нарушена без нарушения первой и второй. Другими словами, закон кончается там же, где он начинается. А это значит, что 10 заповедей – это замкнутый круг, который так велик по своей окружности, как Вселенная, и который содержит внутри себя нравственный долг и обязанность каждого сотворенного существа. Одним словом, закон – это эталон праведности Бога, который живет вечно. Теперь понятно, почему исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13. Оправдать – значит сделать праведным или показать кого-то праведным. Следовательно, только совершенное послушание совершенно праведному закону может сделать любого человека праведным. В этом и состоял изначальный замысел Бога, чтобы именно такое послушание воздавалось закону всеми его творениями. И именно в таком смысле закон был дан для жизни. Римлянам 7 глава 10 стих. Однако для того, кто считается исполнителем закона, необходимо, чтобы он соблюдал весь закон во всей его полноте каждый миг своей жизни. Если же он не достиг этого, он не может сказать, что он исполнил закон. Он не может быть исполнителем закона, если он исполнил его только частично. Поэтому печально, но факт, что среди всего человечества нет ни одного исполнителя закона, ибо и иудеи, и язычники – все под грехом, как написано. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3 глава с 9 по 12 стих. Закон распространяется на всех, кто находится в пределах его досягаемости. И во всем мире нет ни одного, кто мог бы открыть свои уста, чтобы снять с себя обвинение во грехе, которое закон выдвигает против него. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Стих 19. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Стих 23. Поэтому даже если и сказано, что исполнители закона оправданы будут, то это служит только для последующего доказательства, что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Стих 20. Закон, будучи свят, и заповедь свята, и праведна, и добра, не может оправдать грешника. Другими словами, праведный закон не может объявить того, кто его нарушает, невиновным. Закон, который мог бы оправдать нечестивого человека, был бы законом нечестия. Поэтому закон не должен быть поругаем из-за того, что он не может оправдать грешников. Напротив, он должен быть
превознесен из-за этого. Тот факт, что закон никогда не объявит грешников праведными, что он никогда не скажет, что люди соблюдают его, в то время как они его на самом деле нарушают, является достаточным доказательством того, что он хорош. Люди обычно приветствуют неподкупность земного судьи, которого невозможно подкупить, и который никогда не объявит виновного человека невиновным. Поэтому, тем более, они должны возвеличивать закон Божий, который никогда не произносит ложного свидетельства. Он есть само совершенство праведности. Вот отчего он вынужден объявить печальный, но факт, что ни один из потомков Адама не исполнил его требований. Кроме того, сам факт, что исполнение закона – это просто долг человека, показывает, что с тех пор, как он в чем-то одном нарушил его, он навсегда стал неспособным это исправить. Требования каждого предписания закона настолько обширны, и весь закон настолько духовен, что даже ангелы на небесах могут оказывать ему честь не иначе, чем простым послушанием. Более того, закон есть праведность Бога, точное описание его характера. И поскольку его характер не может быть отличен от его описания в законе, из этого следует, что даже сам Бог не может быть лучше, чем тот эталон совершенства, который представлен его законом. Закон провозглашает только то, каков он есть, и Бог никак не может быть лучше, чем Он есть. Можно ли в таком случае надеяться на то, что те, у кого однажды не хватило сил устоять в соблюдении одного предписания, смогут потом наверстать упущенное, прибавив чуть больше положенной меры совершенства, которая требуется по закону? Тот, кто пытается это сделать, ставит пред собой невыполнимую задачу – быть лучше, чем требует Бог, и даже более – быть лучше, чем является сам Бог. Однако не стоит думать, что исполнить закон не смогла только какая-то одна часть из людей. Закон не исполнили все. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Ибо невозможно для падшего человека с его ослабевшей силой соделать хотя бы одно благое деяние, которое бы целиком соответствовало бы совершенному стандарту. Данное утверждение вовсе не нуждается в дальнейшем доказательстве. Стоит лишь еще раз повторить, что закон – это эталон Божьей праведности. Никто ведь своей самонадеянности не дерзнет заявить, что любое деяние его жизни являлось, является или может являться таким же благим, как если бы его сделал сам Господь. Каждый должен вместе с псалмопевцем сказать: «Блага мои не достают до твоих». Псалом 15, 2 стих. Библия короля Иакова. Этот факт содержится в ясных утверждениях Священного Писания. Христос, который не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал ему о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Иоанна 2, 25. Сказал: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Евангелие от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стихи. Другими словами, в силу человеческой природы легче поступать неправильно, чем правильно. Все, что человек делает в силу своей природы, является злом. Зло обитает внутри каждого из нас, и оно является частью нашего естества. Вот почему апостол говорит: «Плотские, свойственные нашей природе, помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут».
«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8 глава 7 и 8 стихи. И еще. «Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5 глава 17 стих. Именно потому, что зло стало частью самой сущности человеческой природы, которую теперь каждый наследует по длинной цепи родословной преемственности от греховных предшественников, именно поэтому любая праведность, проистекающая в силу такой природы, будет как нечистой оскверненной тряпки. Исайя 64 глава, 6 стих, Библия короля Иакова. В сравнении с незапятнанной одеждой праведности Бога. Невозможность совершения добрых дел в силу греховности человеческого сердца Спаситель весьма убедительно и наглядно показал на одном примере. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника». Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Евангелие от Луки, 6 глава, 44 и 45 стихи. Другими словами, человек не может делать добро до тех пор, пока прежде не станет добрым. Поэтому никакие дела, совершенные греховным человеком, не могут сделать его праведным. И даже более. Исходя от злого сердца, они сами являются злом. И таким образом они еще больше увеличивают его греховность. От злого сердца может исходить только зло. И это постоянно увеличивающееся зло не может совершить ни одного доброго дела. Вот почему для злого человека бесполезно даже думать о том, чтобы стать праведным с помощью собственных усилий. Он должен сначала стать праведным, и только потом он сможет творить желаемое им добро, которое от него требуется. Итак, дело обстоит следующим образом. Первое. Закон Божий – это совершенная праведность, и от каждого, кто намерен войти в Царство Небесное, требуется совершенное соответствие этой праведности. Второе. Однако закон не может даровать праведность ни единому человеку, поскольку все являются грешниками, бессильными осуществить его требования. Не имеет значения, насколько усердны или ревностны дела человека. Ничего из того, что он может сделать, никогда не будет полностью соответствовать эталону законных требований. Человек не в состоянии получить праведность закона, ибо она слишком высока, чтобы до нее можно было достать. Потому что делами закона не оправдывается, не делается праведной, пред ним никакая плоть. Какое печальное, плачевное и прискорбное состояние! С одной стороны, мы все должны иметь праведность закона, без которой никто не сможет войти на небеса. С другой стороны, закон не может дать свою праведность ни одному из нас. Даже в ответ на наши самые настойчивые и решительные усилия, закон не может выдать нам ни малейшей частички той святости, без которой никто не увидит Господа. Так может ли тогда вообще кто-нибудь спастись? Может ли тогда вообще человек быть праведным? Конечно. Библия часто говорит о таких. Она говорит о Лоте, как о праведном человеке. Смотрите 2 Петра, 2 глава, 8 стих. Она говорит: «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих». Исайя 3 глава, 10 стих. Показывая таким образом, что должны все-таки быть на земле праведные люди, которые должны получить награду. И та же Библия однозначно заявляет, что по мере приближения к концу
на этой земле все-таки будет праведный целый народ. Она говорит: «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Исаия 26 глава, 1 и 2 стихи. Давид говорит: «Закон твой – истина». Псалом 118, 142 стих. Следовательно, народ, хранящий истину, – это народ, соблюдающий закон Божий. Те, кто принадлежит к такому народу, будут исполняющими волю Отца Небесного, и только они смогут войти в Царство Его. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих.